Матч состоялся накануне игры на стадионе «Фишты». Провели его председатели ТОС и Домкома в поддержку российской сборной. В роли организаторов дружеского турнира выступило управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи. В роли болельщиков – те же общественники, жители микрорайона Хоста, где и прошел товарищеский матч. Игра получилась напряженной. Болельщики не скрывали эмоций, а команды отчаянно сражались за победу. В итоге победила команда Эдуарда Хачатряна, председателя ТОС «Каштаны» Адлерского района. Счет игры 3-2. Медали вручили сильнейшим игрокам. Лучшим вратарем был признан Сорен Вайрильджан, председатель лазаревского ТОСа «Аврора». А лучшим нападающим стал Дмитрий Мирянов, председатель территориального общественного совета «Центральный». А вот стихи и речевки игроки с болельщиками сочиняли вместе. Помните, у нас была песня, еще Эдуард Хилли исполнял, футбольный мяч, который над планетой летит. Ну вот ассоциации этой песни навеяли, и мы придумали вот такие стихи небольшие. Пусть светят звезды нам всегда, Рональду, Месси и Погба, но Головин у нас сейчас не хуже. Теперь на долгие года запомнить все, где чья нога, и Акинфееву она еще послужит. Футбольный матч сегодня праздник жизни, футбольный мяч как символ красоты. Победы ждет любимая отчизна, победы ждем сегодня я и ты. Собрались сочинские активисты и в день самого матча Россия-Хорватия. Ради такого события семья Рубена Нагабедяна из села Барановка приготовила свою фан-зону. Дочка помогала маме на кухне, мужчины занимались подключением телевизионной аппаратуры и освещения. Ведь на матч были приглашены все соседи. Резниковы пришли в кокошниках Надежды, Семеновы надели бабочки в виде футбольного мяча. Болели громко, а переживали так, что в ход пошли все кулинарные запасы хозяйки. Россия! Все селы у нас вообще дружные. Вообще все. Барановка, Волковка, Сергей, все вообще. То, что я сейчас могу забыть, но все мы очень дружно живем. Лазаревский район, Сочинский район, до Адлера, до Туапсе, мы все дружно живем. У нас одна семья, мы за дружбу болеем. Исход игры болельщиков расстроил, но в любом случае чемпионату мира по футболу сочинцы благодарны за эмоции и повод сплотиться не только стране, но и соседям. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.